Всем привет! Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас 26 апреля. И сегодня хочу вам рассказать про свои дыни и арбузы, которые мы выращиваем на балконе. Это у нас дынька Айкидо. Вместе мы с вами сажали их. И вот такие уже они у нас выросли. Растут они у нас на балконе. Балкон у нас не отапливаемый. И все с ними нормально. Здесь ночью опускается температура где-то до 10 градусов, но им вполне себе комфортно. Дыньку мы прищипнули уже, вот, и у нас уже образовались пасынки. Именно на пасынках будут у нас плоды дыни. У арбуза все наоборот. Арбуз должен быть на главной плете, все пасынки мы удаляем. У дыньки пасынки все оставляем. Тут у нас арбузик коничева, самый маленький, не спешит развиваться, что-то он совсем чахлый. Растут они у нас в горшках, горшки где-то литров на 10. Самый большой горшок, это он у нас, по-моему, на 13 литров. В том году им все хватило, такого объема хватило арбузикам, чтобы развиться на 2-2,5 килограмма. Это арбузы, они небольшие, фейерверк, коничева, они все такие маленькие, порционного типа, 2-2,5 килограмма. То же самое вот эта дынька Айкидо, она тоже будет маленькая. Все усы, все цветы, что на дыне, что на арбузе, мы удаляем, не даем им цвести, даем теперь вот наращивать только листики. Листов должно быть хотя бы 15, прежде чем будете вы завязывать свои арбузы или дыни. То есть растение должно нарастить листовой аппарат. Тут у нас еще один арбузик СРД, но он средний получается. Самый быстро развивающийся у нас фейерверк. Как и в том году, он у нас был самый сильный и самый крупный получился. Это желтоплодный, внутри он желтенький, очень интересный, очень вкусный арбузик. Сахаров они набирают очень быстро, потому что они маленькие. Большой арбуз мы не рискнули в этом году выращивать, все равно выращиваем вот такие вот маленькие арбузики. Подкормили сегодня вот таким вот удобрением, гуми-уми, для огурцов, кабачков, бобчевых. Где-то ложку, одну столовую ложку на 5 литров воды, и все полили хорошенько. Поливаем где-то раз в 3 дня, но не сильно так обильно, чтобы вот земля была увлажнена. Не допускаем пересыхания. Когда уже нарастет большой листовой аппарат, там надо будет поливать каждый день, за этим надо следить. Здесь вот у дыньки у нашей ожоги, но это скорее всего из-за того, что мы опрыскали, и они попали вот на солнышко, резко солнце вышло. И, наверное, вот эти капельки так и остались. Стоит на балконе. Открываем мы здесь окна, чтобы сюда поступал свежий воздух, ветерок обдувал. И вот так на открытом солнце стоят. Не притеняем, ничего не затеняем. Солнце у нас во второй половине дня. И вполне им хватает здесь. Вот такие вот у нас дыньки-арбузы в этом году. Кому интересно, смотрите наше прошлогоднее видео, где у нас были выросли арбузики, там и 2-2,5 килограмма. Очень вкусные, очень нам понравился этот опыт. Мы их там и взвешивали каждую неделю. В этом году будем точно так же. Ребенку очень интересно, он уже ждет, не дождется, когда завяжутся наши первые арбузики. Расскажите, что вы выращиваете у себя на балконе. Будет очень интересно. Ну и кто загорелся, пробуйте, еще не поздно. Сажайте свои арбузики и высаживайте на балконе. Это несложно. Главное найти им место. Подвязываем мы вот на обычный жгут и куда-нибудь кверху. То есть не так уж много они места и занимают. Ну а я на этом с вами прощаюсь. И уже увидимся в следующих видео, когда мы будем опылять наши арбузы и дыни. Всем пока-пока!